Концерт группы «Руки вверх» прошел в Нижнем Новгороде 25 октября. Перед его началом солиста группы Сергея Жукова пригласил к себе хоккейный клуб «Торпедо». Сергею Жукову показали раздевалку, подарили именной торпедовский свитер и игровую клюшку. Певец пообщался и сфотографировался с главным тренером команды Дэвидом Немировским и хоккеистами Михаилом Варнаковым, Дамиром Жафяровым, Михаилом Орловым и Кириллом Мураковым. Собравшиеся также записали видео в раздевалке, на котором Сергей Жуков исполнил припев песни «Крошка моя».